Всем привет! Мне прислали электрозубную щетку от компании O'Klein, наверное, как-то так называется. Поправьте, если неправильно. Называется она Flow. Ничего необычного, вот такая упаковочка. Здесь у нас все характеристики, а именно у нас здесь интересного это то, что есть зарядка по Type-C и внутренний аккумулятор встроенный на 2500 мА. Инструкция, гарантия, причем инструкция у нас, как вы видите, есть на русском языке. Снимаю сейчас я на кухне, потому что, ну, где смог себе организовать место, там и снимаю. В комплекте идет Type-C, сама зубная щеточка вот такая, кнопка включения и, в общем-то, варианты режимов. Ну и сама, конечно же, насадочка. Насадочка у нас идет в герметичном боксе, чтобы, ну, в общем-то, она и должна быть в герметичном боксе. Сейчас я это все соберу, попробую попользоваться и расскажу свое мнение. Попользовался пару раз данной щеткой и хочу сказать, ну, неплохая штука. Защита от влаги IPX7. Заявленное время работы данной щетки где-то в районе 3-4 месяцев, заряжается полностью она до 100% за 5 часов. Снизу у нас вот такая заглушечка, здесь мы открываем, и здесь у нас Type-C. То есть герметичность у нас есть, если мы только закрываем вот эту нижнюю заглушку, потому что если ее не закрыть, то получается никакой герметичности от влаги у нас нету. Здесь все может спокойно попасть внутрь. У меня до этого была щетка, которая просто ставилась на док-станцию. Она была от компании Xiaomi, насколько я помню. Сейчас я ее, к сожалению, уже найти не могу из-за вот этого нашего переезда. Многие вещи, они где-то, короче, потеряны, где-то они лежат. Так как мы до конца не можем переехать, и, в общем-то, зубной щетки у меня нет электрической. Я не думал, что она, как бы, ну, мы так долго будем переезжать, и она, думаю, раз я раз в неделю чищу, пускай где-то там будет, переедем, и я продолжу чистить. Но, к моему счастью, компания O'Klein или представители их предложили мне вот такую щеточку. Приложения никакого нету, никак отслеживать нельзя, то есть вы будете сами отслеживать расход своей щетки и, в общем-то, аккумулятора. Но в целом все наглядно, то есть у вас здесь есть вот значки, сейчас вот так поближе, такой значок, такой, капелька, сердечко и вот такое вот у нас облачко. То есть по этим значкам можно определить, какой программой вы сейчас пользуетесь. И, в общем-то, этого, мне кажется, довольно-таки этого достаточно. Еще что интересного? Да, наверное, все. Больше ничего такого интересного здесь нету. Есть русская гарантия. Не знаю, как ей можно будет воспользоваться, но здесь есть талон. Скорее всего, если где-то это продается на территории России в каком-то магазине, то здесь можно будет заполнить талон и можно будет, наверное, получить даже гарантию данного продукта. Небольшая инструкция, как чистить, под каким углом. То есть, ну, здесь, в общем-то, стандартные какие-то рекомендации по данной щетке и, ну, и, скорее всего, даже и по другим щеткам, не только по этой. В целом, у меня остались положительные впечатление о щетке, так что спокойно могу рекомендовать вам ее в покупке. Оставлю ссылочку под видео, с вас жду лайки, пишите, что вы думаете.